Меня зовут Барри Бёрк. Я дружу с Рейфом Куртом и Десмондом со школьной скамьи. И грош мне цена, если я не скажу пару добрых слов о его отце. Как-то в шестом классе он вытащил нас с физры и показал первую в жизни порнуху. Вернись! Крутой лук! Боже! Он бестактный! Сколько у тебя на работе горячих тёлок? Особенно та брюнетка-бухгалтерша. Неужели? Десмонд тут как раз втирал, что когда ещё спал с женой, представлял, что пялит её. Это моя дочь. Слушайте, а может там его слить? Нужен человек, который сможет его терпеть. Жена! Жена! Чуваки, сегодня я выложусь по полной. Ему не везет в любви. Моментальные знакомства. Я Барри. Привет. Следующая. Что? Но для каждого найдется половинка. Короче, я в такси прокатился с клевой тёлкой. Прошу прощения. Куда? Это ты пёрнула? Нет, но тужусь. Я отпёрнул, когда садился, но букет ни разу не мой. Жаль, я ничего не чувствую. Этой зимой. Ты встретил свою половинку. Когда мы ее увидим? Привет. Привет. Сейчас угадаю. Любимчик малолеток? Снежная королева? Беспомощный подкаблучник? Любовь нечаянно нагрянет. Адская вонь! Не опускается! Я случайно заблокировал стекла? Скорей бы искупаться. Кстати, в домике есть настольные игры. О, отлично. Уютно вам там внизу? Нет. Нет, тогда споки-ноки. Я построю новый своими руками. По труду пятерка была. Я убью тебя! Женить Барри. Господи! Черт, так сексуально. Давай сюда, в раковину трави. Давай, детка. Ты чего позеленел? Не оглядывайся.